Друзья мои, всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Сегодня сделаю такой небольшой обзор нашей стоянки. Подошли новые автомобили. Итак, сегодня я вам покажу и расскажу. Раз, два, три, четыре. Есть у нас четыре ноута. Один из них в комплектации медалист. Также есть у нас CHR и подошел еще один Honda Fit. Все вот эти вот автомобили, они на продажу. А я вам напоминаю, мы автомобили покупаем на аукционах Японии, мы автомобили проверяем здесь, в городе Владивосток, в Приморском крае, мы автомобили ищем для вас под ключ, без вашего участия. Также вы можете приехать в город Владивосток, мы организуем поиск автомобиля под ключ. Более подробная информация по телефону, который вы сейчас видите вот здесь и в описании канала. Погнали! Итак, первый автомобиль — это Toyota CHR. Буду немного подглядывать, машин много, все запомню, к сожалению, не могу. Максимальная комплектация — клевый, красивый оранжевый цвет. Кстати, это новый цвет, он пошел в рестайлинге. Оценка 5 баллов, пробег 5000, стоимость автомобиля 1 миллион 770 тысяч рублей. Передний привод, мотор 1.2, передний привод — это кузов NGX10. Сегодняшнее видео будет вот такого вот нового формата. Итак, следующий автомобиль — это Nissan Note. Стоимость автомобиля 950 тысяч рублей. Оценка 4 балла. Пробег 59 тысяч. Резина зима 2019 год. В салоне установлен регистратор. У него есть климат-контроль и система предстолкновения. We'll be right back.
Друзья мои, я вам также хочу напомнить, что в ближайшее время состоится розыгрыш услуги поиска автомобиля на целый день. То есть автоподбор. Вы приезжаете, я нахожусь целый день с вами, мы вам подберем автомобиль. Чтобы стать участником, вы должны быть подписаны на этот канал, вы должны быть подписаны на мой резервный канал. Ссылочка сейчас находится вот здесь вот. Данный ноут 4 балла, 19 год, пробег 71 тысяча, сонары в круг, хромированные ручки, бесключевой доступ, повторитель в зеркалах заднего вида, фара идет, линза. Стоимость автомобиля 930 тысяч рублей. Но это идет уже комплектация медалист. Но вы знаете, первый раз пришел такой медалист, у которого нет кругового обзора. Не знаю, напишите в комментариях, встречали вы такие автомобили или нет. Стоимость данного автомобиля 980 тысяч рублей.
комментариях кто-то писал, то, что стоят какие-то крычи. Ребят, это не крычи, это автомобили конструктора. То есть какие-то грузовики там возят, какие-то сурфы стоят, какие-то крузаки стоят. В общем, это конструктора. Итак, а перед нами стоит еще один замечательный автомобиль. Стоит стоимостью 930 тысяч рублей. У него установлена летняя резина. Он 4 балла. И пробег на автомобиле. Пробег на автомобиле всего 81 тысяча. Встречайте еще один всем известный автомобиль, это Honda Fit, GK3 кузов, это передний привод, пробег на автомобиле 63 тысячи, 19 год, стоимость автомобиля 985 тысяч. GK4 кузов, это идет 4 ВД, также автомобили есть в гибридном исполнении, как передний привод, собственно, так и 4 ВД. Друзья мои, показал вам вот такие классные, замечательные автомобили. За более подробной информацией пишите мне в WhatsApp. На сегодня будем заканчивать. Всем огромное спасибо, кто за этот ролик подписался на канал, кто написал комментарий, кто поставил лайк. Ребят, на сегодня все. Всем пока.